Дворце культуры «Победа» прошло открытое первенство Раменского городского округа по настольному теннису на призы партии «Единая Россия» в рамках проекта «Детский спорт». Меньше сидеть в гаджетах, больше заниматься спортом, и чтобы наша нация была здоровая. Первенство приурочили к Международному дню настольного тенниса. В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов. Те люди, кто играет в настольный теннис, они защищены от стресса. Они лучше видят и лучше думают, чем другие дети и взрослые, становятся более успешными по жизни и дружат лучше. Это вежливый вид спорта, дающий здоровье и красоту общения. Данный спорт развивает координацию. Уже с самого раннего возраста можно осваивать какие-то базовые навыки этой игры. Поэтому как бы сейчас на данном временном этапе приняли решение попробовать дочку именно вот в настольном теннисе. Получается? Да, вполне. На соревнования приехали начинающие спортсмены, у которых главные победы еще впереди. Любые соревнования – это большой опыт. Без опыта никуда нельзя. Андрей Пластунов, Ольга Скрябина, Егор Кабанов, Раменское телевидение.